Всем привет! Ой, сейчас работаю вот тут. Чистила, вот долбила лед к сараям, убирала. Видите, сейчас тает все. У нас плюс 4. Я мокрая уже от работы. Потом еще вот здесь сегодня долбила. Вот тут, вот тут. Все прочищала, чтобы быстрее сохло. Потому что полностью лед по дорожкам. Стали уже мы... Гуси гуляют наши. Вот у нас и грядки уже тают потихоньку. Но сугробов еще хватает. Вот. Мы стали уже цепушек выпускать. Курочки, привет! Цепушек стали выпускать на улицу, потому что тепло днем. От плюс 2 до плюс 4. Поэтому... Ну, сейчас я уже чувствую попрохладнее. Где-то плюс 2, наверное, быстрее всего, да. Плюс 2. То, что уже ближе к вечеру, потихоньку идет. Ну, а я решила, думаю, пока куры гуляют. Козы у нас ждут. Все никак не соберутся кокотом, к родам. Я решила вот этим заниматься. Вот видите, лужа стоит и никуда она не идет. Вот здесь надо еще сейчас пробить будет. Вот мое орудие труда. Вот. Единственная лопата только у меня пластмассовая, железная. Я не помню, куда я ее убрала. Вот она, лопата. Я ей немножко вот откидываю. Еще до этого, пока вот еще снег более-менее лежал, мы почистили. Вот, видите, я ручеек вот такой сделала, чтобы он туда бежал. Козлов прикрыла, а то лунтик нам все потолок долбит. Вот, видите, муж чистил, хотели. В общем-то, вот здесь, пока снег был, перевозить навоз. Вот моя работа, которую я кидала. Видите, как чистенько. И тут уже растаяло, где поменьше сугробов. Здесь, конечно, вот еще есть. В общем, скучать не приходится. Здесь уже дверь мы открыли. Ну, я имею в виду, здесь все вот открыл. Муж все раскрыл после зимы. Поэтому... В общем-то, ждем, пока вот высохнет, чтобы сюда козочек потом выпускать. Вот. Хожу. Здесь немножко работаю, там немножко работаю. Ой, не могу, мокрая вся. Девчонок, давайте проверим. Девчонки лежат, да? Никто ничего? Никто не хочет? Белочка, а у тебя срок сегодня? Зайка. Вот они, две лежат на столе. Вот у них срок сегодня. А они даже не думают. Вообще кошмар. Послезавтра вон у нее. Лор! Вернее, завтра, господи, завтра уже. Ну, если сегодня не будут катиться, значит, они все-таки перегуляли, я думаю, так. Потому что козлы рядом с ними гуляли до ноября. В общем-то, как-то так. Ну, девчонки отдыхают, лежат, солнышко светит, дверь открыта. Кать! Тебя не видно? Нет, Катьку не видно. Ну, она тоже просто лежит, пока и не чешется. Жалко, я свет не включила. Вот, стонет, стонет. Может, она хоть надумает. Да, девчонки? Ой, девчонки, девчонки. Нет, все жвачку жуют. Белка! Белочка! Что-то белочка мне не нравится. Ну, будем поглядывать. В общем, у всех пока сон час. Да? Да. Вот такие вот новости небольшие. В общем, пока тепло. У нас обещают опять мороз. Ночью был сегодня минус 10. И вот днем до плюс 4. Сейчас уже где-то плюс 2. Потому что уже не так солнце греет, как изначально. Вот. В общем-то, вот такие сугробища у нас. Все тают, все тает потихоньку, тает, но это еще долго. Тут свинюшник тут сделала. Ну, в общем-то, не очень-то легко долбить этот лед. Вот. Чистить, чистить. Гуси. Гусак гусака вот гоняет. В общем-то. А нет, это гусынька. А ты что ушла? Иди к своим. Главный гусак гоняет второго гусака. Второй день его долбит, долбит. Сейчас что-то притих. Они вот рядышком стоят вместе с гусынькой. А вот это от них отстает почему-то. Ты у нас там не стись, не собралась, а, мадам?
Я надеюсь, на снег не снесешься. Вот им нравится гулять. Вот такие вот небольшие новости. А я пойду сейчас еще немножко подоубираюсь. Кое-где подолблю. Вот. Ну, а с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр. Ставим класс. И всем пока-пока.